Котята. Вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали 1, 2, 3, 4, 5. Раз – котенок самый белый. 2 – котенок самый смелый. 3 – котенок самый умный. 4 – самый шумный. 5 – похож на 3 и 2. Те же хвост и голова. Тоже пятнышко на спинке. Также спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята. 1, 2, 3, 4, 5. Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать.